Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами будем делать подсвечник весенний, пасхальный, на деревянном спиле, очень нежный и очень красивый. И теперь давайте начинать. И начинать мы будем с маленьких цветочков. Я делаю их из нежно-сиреневого оттенка бумаги. Беру отрезок бумаги 3 на 3 сантиметра, складываю пополам и вырезаю в круглую форму лепесточка. Затем лепесток просто растягиваю сильно посередине. На один цветочек мне понадобится 5 таких лепестков. Бутон делать я не буду и сделаю интересную серединку. Беру отрезок бумаги 2 на 10 сантиметров и складываю его на несколько частей. Сначала складываю пополам, а затем еще раз пополам. Сгибы надрезаю, не до конца, оставляя где-то пару миллиметров. Затем саму заготовку еще разрезаю посередине и скругляю все углы. И после этого разворачиваю заготовку и каждый зубчик растягиваю посередине. В серединку хочу добавить несколько тычинок белого цвета. Беру 5 тычинок, складываю их пополам и отрезаю где-то, чтобы у меня было 2 сантиметра. Вклеиваю проволоку, а затем тычинки вклеиваю в заготовку, которую мы подготовили вместо бутона. Вклеиваю и сворачиваю. Вот такая вот интересная серединка получается. И те лепесточки, которые отгибаются, я слегка их отгибаю. После этого беру лепесточки и склеиваю все 5 между собой. На каждый лепесточек наношу клей и приклеиваю лепесток. Затем их склеиваю между собой. На серединку наношу клей и вклеиваю в цветочек. Чашелистик у меня будет из 3 небольших отрезков бумаги зеленого цвета. Размер бумаги 1 на 2 сантиметра. Складываю пополам и вырезаю чашелистики. Затем каждый раз растягиваю по серединке и каждый подклеиваю к цветочку. И наш цветочек готов. Всего я буду использовать 7 таких цветочков. И теперь приступаю к декору самой свечи. Располагать я буду на деревянном березовом спиле. Он у меня небольшой. Всего 10 сантиметров в диаметре. И обычная парафиновая свеча. Располагаю на спиле и фиксирую клеем. Я заранее уже сделала небольшое гнездышко из белого сизаля. Сформировала и приклеиваю к спилу. В гнездышко буду помещать 2 пенопластовых яйца. Они у меня уже готовы, окрашены под перепелиные яйца. И их тоже приклеиваю на горячий клей в гнездышко. Затем спил я хочу закрыть сизалью зеленого цвета. Вообще сизаль в таких работах, весенних, летних, это просто незаменимая вещь. Это такая имитация травки, леса. Мне очень нравится, как сизаль смотрится в таких работах.
Сизаль я приклеиваю на горячий клей, фиксирую буквально несколькими капельками. С одной стороны свечи я хочу приклеить пластиковые веточки, они у меня похожи на лаванду. Приклеиваю 3 штуки и фиксирую их на сизаль. Держится все очень хорошо, ничего не падает. И затем начинаю примерять цветочки. Сначала я располагала их так, в общем, примеряла, как мне больше нравится, а в итоге сделала что-то вроде небольшого каскада. На некоторых цветочках я делала на проволоке петельки, на которые наносила клей и приклеивала к сизали. Кстати, и это тоже держится все очень хорошо и надежно. И все остальные цветы располагала так, чтобы закрыть оставшуюся часть спила. И, конечно, ни одна весенняя, летняя работа не обходится без зелени. У меня это пластиковые веточки, которые я разделила, так сказать, на травинки и приклеиваю к цветочкам, между цветочков, разбавляя всю композицию и добавляя сочности весенней травки. Да, можно было бы на свечу добавить шпагат, бечевку. Мне почему-то не захотелось, я оставила так, потому как работа, на мой взгляд, получилась очень нежной и красивой. И на этом мой подсвечник готов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока, до новых встреч!